I do believe in Minsk. Я верю в Минские соглашения, поскольку именно эти соглашения являются единственным путем к примирению, восстановлению отношений и стабилизации ситуации. Да, действительно, есть горячие точки, в которых до сих пор происходит нарушение режима прекращения огня. Однако, если мы посмотрим на всю протяженность линии разграничения, вы увидите, что все-таки прекращение огня имеет место быть, и кроме вот этих нескольких горячих точек, оно держится. И мы считаем, что сотрудничество специальной мониторинговой миссии с обеими сторонами конфликта, а также с координационным центром, обязательно сможет стабилизировать ситуацию.